День единых действий, первый из первых, стартовал в Сарове в 9 утра на стадионе ИКАР. Участники акции «Мы вместе» писали письма для бойцов специальной военной операции. В ближайшее время детские послания отправятся к адресатам. В 10 часов праздник продолжился у молодежного центра. Мальчишки и девчонки делали рисунки на асфальте. Тема «А что мы можем сделать вместе?». Ответы были в виде рисунков абсолютно уникальные. Это и помощь животным, которым нужен дом, это и чистота нашей планеты, уборка территорий, это и поиск хороших, верных друзей. И что самое вот такое трогательное, это помощь семье, родным и близким. И, ну, это вот чисто детское. Давайте испечем торты, пироги для ребят. Ну, вот в сложной жизненной ситуации. Третья финальная локация дня первых в Сарове – дворовая площадка клуба «Восход». Здесь все желающие смогли принять участие в интерактивных акциях от движения первых и городского совета юниоров «Росатома». Провести площадки на День единых действий первый из первых была полностью детская инициатива, и Департамент по делам молодежи и спорта города Сарова прислушивался к нам и помог реализовать наши площадки. Сегодня происходит достаточно уникальная коллаборация, когда совет юниоров «Росатома» города Сарова и движение первых создали совместно площадки и проводят их на дворовой территории клуба «Восход». Движение первых появилось в стране 18 декабря прошлого года. В разных уголках страны его участники знакомятся и дружат, объединяются, вносят свой вклад в будущее страны и вместе постигают традиционные ценности российского общества. С помощью движения первых ребята смогут прокачать свои софт и хард скиллс навыки, также побывать на всероссийских мероприятиях и попутешествовать по нашей прекрасной стране. Как попасть в движение? Все очень просто. Достаточно обратиться на сайт «Будь в движении», заполнить заявку, и ты с нами. Чем занимается движение вне городских праздников? Есть целый ряд активностей, которые включают в себя конкурсы, проекты, различные фестивали. Конечно, на фестивале нужно пройти некий отбор, но тем не менее у каждого ребенка, который принимает в активностях участие, есть шанс, хороший шанс стать победителем. Анна Пилипец, Евгений Шикарев, Сергей Рябов, служба новостей, Саров, 24.